Здравствуйте, меня зовут Юлия Николаенко, я фудблогер. И сегодня мы приготовим специально для сайта телепрограмма.про киш с курицей и грибами. Лук нарезаем мелкими кубиками. Шампиньоны почистим и нарежем небольшими кусочками. Куриное филе также нарезать мелко. Разогреть сковороду со смесью растительного и сливочного масел. Обжарить лук, грибы и курицу 8-10 минут. В конце приготовления все посолить и приправить перцем по вкусу. Дать курице с грибами слегка остыть. А пока приготовим заливку. В глубокой миске соединяем яйца и сливки. Добавляем соль и перец. Размешиваем все вилкой. Сыр натираем. Слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт и выкладываем в форму для выпечки. Выступающие края теста обрезаем. На тесто выкладываем курицу с грибами. Сверху распределяем сыр и далее заливку. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Готовому кишу даем немного остыть в форме. Очень вкусный киш готов! Приятного аппетита!